Большой десант военных прибыл в Кяхту. Именно отсюда маршем они поедут спасать села Дырестуй и Зарубино в Джидинском районе. Никакой связи между деревнями нет, а о мосте местные только мечтают. Старый деревянный давно утонул. Поэтому военные инженеры, как и в прошлые годы, будут устанавливать понтонную переправу. В ближайшее время будет совершен марш из пункта постоянной дислокации в город Кяхты в населенный пункт Джида. Марш протяженностью 200 километров. По окончанию марша мы приступим к наводке моста для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, такие как Дырестуй, Зарубино. Сейчас инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов понтонно-мостового парка. Это натяжные тросы, лебедки, крепления береговых и речных звеньев. Еще надо смазать шарниры понтонных звеньев. Их на место будущего моста доставят сразу на 18 специальных военных машинах повышенной проходимости. Проверяем вообще технику, исправную, нет. Чтобы нам совершить марш, нам надо доехать до Джиды. Мы едем для того, чтобы помочь людям, установим мост, чтобы люди могли перемещаться с одной деревни в другую деревню. Джида – своенравная горная река. Ее скорость течения в районе переправы больше километра в час. Понтонный мост от военных – единственное спасение для местных до холодов. После установки переправы военные, как всегда, организуют дежурство и будут круглосуточно следить за состоянием моста до осени. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня. Джидинский район.